Образование – это ключевой фактор развития страны. Сейчас век информационных технологий. И сейчас наиболее важно иметь грамотное образованное население. Я вот приведу пример, например, Швейцарии. Швейцария не имеет ни угля, ни газа, ни каких-то металлов, нет выхода к морю. Но представьте себе, что учитель в Швейцарии получает заработную плату 8 тысяч долларов в месяц. Наши учителя получают около 100 тысяч тенге, это 300 долларов. То есть получается размер заработной платы швейцарского учителя минимум 25 раз больше, чем у нашего учителя. К чему это приводит? Это приводит к тому, что Швейцария имеет грамотное, продвинутое население. Они имеют мощную современную экономику. Банковская система одна из лучших в мире. Новые технологии, которые продаются по всему миру. И эта страна, не имея сырья, просто имея сильное образованное население, сумела стать передовой страной в мире. Поэтому мы считаем, образование – это ключевой фактор развития страны. Невозможно построить современную страну, интегрировать и сделать передовой, если у нас население будет малообразовано. Именно поэтому мы считаем, эта тема является ключевой. Именно поэтому мы 23 числа призываем всех выходить на митинг, чтобы люди начали бороться за свое будущее.